Я очень много путешествую по Узбекистану и всегда, где бываю, стараюсь пробовать местную еду. Соединив эти два понятия, мы придумали для вас серию выпусков, посвященных самой необычной еде Узбекистана. Это ее вторая часть. Этот выпуск совершенно не похож на все то, что мы делали ранее. Здесь минимум слов, максимум эмоций, потому что блюдо, о котором пойдет речь, оно именно таково. Его нужно не есть, а чувствовать. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Дальше будет еще интереснее. And this music is called Flowers Dance. Bunu pakete vurup, saça vurup 15 minut koyuladı. Tahminen işte.
тындырып коябыз. Бір 10 минутша. Tuzu suda pişse, hamur yaxşı pişədi. Çay kasadı.
Gitmedin mi sen?